Да. То есть он стартует на этот. Он стартует вместе с этим, с второй мотор стартует вместе с этим колесом, но как только этот мотор выходит на максимальные обороты, то есть второй мотор работу прекращает. То есть он, первый мотор с большим моментом помогает на маленьких скоростях. Второй мотор тихий и эффективный, то есть работает в качестве этого для скоростей где-то в районе, ну, чуть меньше 50 км в час. То есть... А, блин, мой ключ у тебя там остался. Да, все равно. Сейчас один след. Я лучше зайду. Это болтучие. Дорожный материал. Так, к вопросу о качестве китайских выносов, которые уже год держат вот эту вот всю махину, всего в двух точках крепления. Вот так на двух моторах.